На Кировскую область надвигается циклон. Погода изменится. Об этом рассказали в гидрометцентре. На Москву обрушились ливни. Непогода придет и к нам. Однако таких сильных дождей, как были в начале прошлой недели, не ожидается. Температура будет комфортной в пределах 20-25 градусов днем. Ветер подует с юго-запада и будет порывистым, рассказали синоптики. Это в ближайшее время. Однако расслабляться рано. Примерно с 26 июля в Кировскую область зайдет новый южный циклон. И тогда возможны ливни. А пока пройдет кратковременные дожди. Тот циклон, который сейчас вышел на Москву, он образовался в ложбине с запада. И вот он вышел на них, и сейчас он перемещается на северо-восток. И потом на север. И нас захватит, только мы окажемся в юго-восточной части этого циклона. И вот нас продержится с дождями, там же как бы фронты пойдут. И вот дожди будут кратковременно. Но как бы особо сильных дождей у нас пока не ожидается.